В Даугавпилской краевой думе состоялось очередное заседание финансового комитета, во время которого народными избранниками было рассмотрено 12 вопросов, в том числе о выделении 44 744 латов Гривской поликлиники на установку двух подъемников для людей с ограниченными возможностями. Правда, на данный момент депутаты согласились перечислить медицинскому учреждению 40 тысяч латов. Необходимость для доступа к услугам поликлиники для людей с особыми нуждами, ну, то есть эта проблема стояла уже давно. Ну и вот, наконец, Краевая дума решила выделить деньги для такого проекта. И, то есть, сумма была уже заложена в бюджет, и просто сейчас объявлен конкурс о реконструкции входа и там установки подъемников. Ну вот, и сейчас вот принимается решение о том, чтобы выделить эту сумму для произведения работ по реконструкции и установки подъемников. Вопрос о выделении денег единогласно был одобрен членами финансового комитета, и в ближайшее время его рассмотрят все народные избранники во время очередного заседания Краевой думы. В случае, если вердикт депутатов будет положительным, то уже до конца года Гривская поликлиника станет более доступной для людей с особыми потребностями.